Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу пресс-конференцию. Я представляю ее участников. Итак, Владимир Каретунов, главный тренер команды «Автомобилист» Екатеринбург. Валерий Белов, главный тренер команды «Витязь» в Подмосковье. Пожалуйста, слово гостям, Валерий Васильевич. Я скажу, у нас это была пятая игра уже через день, да, я так боялся, думал, что хватит сил, не хватит сил сегодня. Да, после игры с ЦСКА там боролись до самого конца. Ну, вроде ребята настроились, вышли так хорошо, отыграли первый период, но у нас там, правда, забили два гола те, кто не играл предыдущий матч. Ну, все там. Удачно забили первый гол этот. Наверное, это и предопределило, в общем-то, результат. Хотя второй период проиграли, но слава богу, собрались на третий период. Нормально отыграли игру. Благодарен ребятам, в общем-то, за хорошую работу. Все, я думаю, пойдем на короткий отдых. В хорошем настроении. Все. Спасибо. Пожалуйста, Олег Ильич, на слово. Автомобилист с победой. Вот я полностью с вами, Владимир, соглашусь. В том плане, что мы знали, что пятая игра, в общем-то, у нас было время подготовиться. И, в общем-то, планировали поактивнее сыграть, используя этот момент. Но, к сожалению, тут же не пропускали в начале, то есть провалили начало, и вот в такой игре она довольно открытая была. Вот. К сожалению, исполнителей больше оказалось, автомобилисты, да и, в общем-то, они этот темп выдержали, надо дать должное, хорошо двигались. Вот. Ну, во втором периоде был момент, когда, наверное, можно было еще забить и выровнять ситуацию, но, к сожалению, не смогли реализовать, тут, найти возможности для взятия ворот. И, ну, вратарь, наверное, сыграл хорошо тоже. Уже здесь отдыхал тоже. Да, вратарь, конечно, здесь подворочил в нужный момент. Вот. А после четвертой шайбы уже было сложно. Вот. И так, в общем-то, игра, в общем, так и докатилась, хотя старались до конца играть, там, и игру сегодня держим, неплохое было желание, но, к сожалению, мы здесь проиграли. Надо реализовывать, забивать, иначе просто не выиграть. Спасибо. Пожалуйста, уважаемый журналист, ваш вопрос. Чем на ванне, спорт медиа ньюс, Владимир Васильевич, по состоянию здоровья пора там что-то стало? Ну, нормально у него должно быть все. Они, у нас сегодня они не играли никто, они все сломались. Все три легионера, все три травмировали. Паренто вышел, видите, сразу у него заклинило там шею. Пора и нормально у него все. Просто мы ему сегодня не стали даже. Потому что он получил только что, это свежая травма, как бы нельзя, там глаз есть глаз. Восстановится, я думаю, в следующем игре. Ну что ж, спасибо. Теперь до 27 февраля.